Идея собрать гостей в Международный день друзей имеет свои причины. За 6 лет работы отель-ресторан действительно стал другом для многих горожан и туристов. На их глазах строился, а потом добивался различных успехов Лион. Вы знаете, за 6 лет работы у нашего отеля-ресторана появилось большое количество друзей в нашей стране, а также за пределами нашей страны. И, разумеется, сегодня здесь не все. Многие по разным жизненным причинам и обстоятельствам, к сожалению, не попали сегодня к нам, а кто-то находится далеко за пределами нашей страны. Но очень многие сегодня мысленно с нами, для нас это очень дорого, значимо и важно. И мы дорожим дружбой с ними и дорожим дружбой с вами. И благодарим вас за то, что вы нашли время и пришли на эту встречу. Самой громкой победой Лиона по праву можно считать престижную международную награду в области качества в золотой категории. Участие в такой международной конвенции по качеству BID является одним из престижных. Ежегодное мероприятие выбирает лучшие компании и предприятия по всему миру. В этом году в городе Женева встретились 52 номинанта. Для нас это было очень неожиданно, но именно то, что он ассоциируется с качеством, для нас это очень важно, потому что мы в своей деятельности со дня открытия этого отеля преследовали именно вот такое отношение к своей работе, относиться качественно, добросовестно к своей работе. Наш отель расположен в Республике Абхазия, город Сухум. Для нашей маленькой страны это очень важно, что вы нас сочли. Сделать Лион не просто местом, в котором вкусно есть и комфортно жить, но неким элементом национальной культуры, придать заведению акцент и этнические мотивы. Ведь само название «Лион» уже многое говорит за себя. Именно такой целью задались владельцы заведения. Потому доверили художнику-графику Руслану Тарасову долгую работу над панно. Именно его торжественное открытие стало кульминацией дня. Руслан Тарасов – выпускник Сухумской детской художественной школы Харьковского худучилища, член Союза художников Украины. По словам художника-графика, автора панно Руслана Тарасова, вложить в работу он постарался неповторимый местный колорит. В первую очередь хочу поблагодарить семью Чамагу за возможность реализовать свой творческий замысел. И представить вашему вниманию результат нескольких лет моего труда. Я художник, и язык, на котором я разговариваю, так сказать, он интернациональный, и его могут понимать все. Это язык изображения. Хочу пригласить вас к диалогу, как зрителю, с картиной. Панно – это выполненная на дереве художественная работа с историческим сюжетом. Камертоном в ней послужили аутентичность и самобытность абхазского этноса. Увидеть эту масштабную работу теперь сможет каждый гость отеля-ресторана «Лион». Элеонора Гилоян, Торни Камичба, Абаза ТВ.